Приветствую всех на канале Мир Прикол Love Games. На связи Александр Приколист. Мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve Together. Играем в одиночку за Максвелл. Блин, тут падать начала всякая фигня сверху. На тебе. Карты падают тут. Так, ну селитра мне особо не нужна. Вот камушки мне пригодятся. Кремний тоже пригодится, чтобы приманивать к себе лобстеров, каменных лобстеров. И вообще, я так планирую их туда привезти сейчас и закрыть. Где жаба-поганка? По-моему, так у нас получится, да? Жаба-поганка где-то у нас... Вот. Да, можно тут перекрыть, пускай они тут тусуются, а потом их соберем. То есть мне вот с этого лабиринта их сюда вот нужно завести всех. А там перекрыть проход. Так, для начала еще нужно повыкидывать вот это дело все в холодильник. Так. Так, и забрать у Честера там все это добро. И, по идее, наверное, отнести, да? То есть вот это мне нужно будет, вот это мне нужно будет. Камушки все эти мне будут нужны. Амулет тоже на всякий пожарный. А вот как раз порох. Так, дерево заберем. А что тут мне может еще понадобиться? По-моему, ничего. Да, глаз я забыл снаружи. Можно, конечно, его и забрать, но... Блин, пока не до глаза. Так, зонтик второй здесь. Протокуляры. А куда я порох-то? В Честере остался. Еще несколько стаков. Да, в Честере, наверное, остался. Так, у меня есть дубинка, если что. Пойдемте. Так. Так. Забираем. Чёртовы мыши. Так. Иди сюда. Нет крыла? Крыла нету. У меня крылья просто там еще два крыла. Как бы еще несколько штук. Так. Чё тут у тебя? Мясо испортилось. Там дротики еще остались. Так, ну, самое основное это порох. Порох. Вот это. Так, 20 дротиков здесь и 8 там, да? Так, подожди, вот это пока сними. Да подожди ты, орёшь ты. Пошли, обратно пошли. Так. Может, успеем еще приготовить? Так, и вот это. Все, честно, оставайся здесь. Так, где я там? Ты задолбал ты орать, на. На. Сейчас мы мясо пожарим. Так, давай. Черт, меня чуть не убили еще, оказывается. Так. Давай сюда. Сделаем себе тефтельку. Так. Так, посмотрим, что мы имеем. Так. Мне, во-первых, нужно заправить все это дело. А, селитра у меня на костер готовый. Отлично, так. Это мы забираем. И в холодильнике была вот эта. Мясо пока пойдет нам. Так, забираем вот это дело с собой. Топлива уж маловато.
У меня есть что-нибудь типа топора здесь? Топора нет. Амулеты нужно. Наверное, два хватит пока. Мне нужно вначале сгонять туда. Там поставить сундук. Для того, чтобы поставить сундук, нужно нарубить дерево. А там дерева нету. Дай. Там дерева нету. Поэтому будем рубить здесь. Мне нужно хотя бы один сундук там поставить, чтобы все это как-то сложить. Хотя... Порох, мне кажется... Лобстеры жрут порох. Я, конечно, не уверен в этом. Но мне кажется, они... Могут его сожрать. А вот это пойдем делать что-то там. Ну, во-первых... Пару дубинок, наверное, сделаем. Пару-тройку дубинок. Несколько броник турицитовых и несколько касок. Корон турицитовых. Плюс что еще мне нужно? Ну, а там будем взрывать, пытаться натравить лобстеров. Правда, лобстеры, опять же, насколько мне известно, они просто все попрячутся и все. То есть она там нанесет им несколько ударов, они залезут в стан и будут, ну, залезут, короче, в свой камень и будут сидеть там, пока не сдохнут. По ним будет постоянно урон наноситься, и они так и будут сидеть. Ну, возможно, они немножко ей срубят. Ну, мы будем ее как-то тыркать. Битами попробуем, потом попробую добить с помощью... С помощью дротиков, наверное. Я не знаю, не по плану может все пойти опять. Ну, с зайцами пошло все не по плану, нифига. Все пошло не по плану, совсем. Вообще не по плану пошло все. Дерево мне нужно еще наколотить. Не буду пока тратить топливо ужаса, потому что его очень много потратится сейчас на крафт. Возле псевдонаучной машины, там вроде бы я не оставлял никаких этих. Топливо ужаса я там не оставлял, там только тулицит и что там еще? Какие-то камушки вроде, я там что-то оставил, что не помню. Грибы мне, наверное, не нужны. Ну ты не видишь бревно, что ли, там оно рядом там лежит. Так, выкинем гриб. Дерево чуть-чуть останется. Так. Короче, моя задача сейчас добраться вот до сюда. Ну, наверное, обрежу я этот момент. Спокойно добегу, да и все. Все, увидимся через секундочку. Сейчас я до туда добегу. И продолжим. Так, ну что, добрался. Блин, пока шел, собирал вот эти ягодки еще, кстати, 10 штук. Не хватает полностью даже зарядить криткуляр. То есть я его процентов 38 было у меня зарядил. И вот еще 10 штук. В итоге 20 штучек набрал, никто не выполз. Так, ну где-то она будет здесь. А, как нам поудобнее сделать бы? Где-то вот на этом расстоянии сделаем себе сундук, поставим. Так. Просто туда что-нибудь складывать будем. Так. Во-первых, мне порох нужно убрать еще. Так, это портится. Кстати, амулеты. Один здесь оставим. И у меня амулеты еще. У меня вот еще есть алтарь. Если что, я даже успею до туда доползти.
камушков немножко пособирал, пока шел. Так. Ну что, вот. Главное порох убрать. Это уберем. Так. Так. Это уберем. Порох, не знаю, жрут, нет, эти ребята. Я планирую как, их сейчас загоню сюда. Потом. Потом рвану. Приручу, ну, запру, я хочу закрыть их еще здесь. Чтобы закрыть ворота, из чего делаются? Две доски и веревка. У меня как раз на две доски есть, да? Отлично. Просто чтобы они отсюда не ушли. Так, топор можно бросить. Книжку тоже можно бросить. Где-то здесь. Если что, дровосеков здесь буду вызывать. Не знаю, они помогут или нет. Скорее всего, нет. Так. Это мне нужно на крафт. Это на крафт, это на крафт. Это убираем. Так. Что еще можно убрать из себя? К примеру. Вот это. И оружие положить. Потому что мне еще много чего тащить придется. Вот это. Так, давайте покушаем, пока это все дело не испортилось. Так, один амулет у меня с собой. Это все заправлять, заправлять, заправлять. Палка-шаталка, я не знаю. Вот это тоже пока оставим. Это все на крафт. Более-менее разгрузился. Так, нам нужно лобстеров всех собрать и закрыть их в этой, в этом месте. Так, 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 так. Ну, в этой серии будем готовиться, а в следующей серии уже, наверное, я буду драться с ней, пытаться. Я надеюсь, я ее убью. Так, лобстеры здесь могут и пройти. Но они, скорее всего, застрянут. Уйди отсюда. Так. 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 Ну, пока сделаем вот так вот. Сейчас приведем и закроем их. Если повезет, сейчас, может, топливо ужаса немножко форманем. Правда, я вообще без брони, без всего. Вот они уже. Но собирать их нужно с той стороны. С дальней. Потому что они разбегутся, сволочи все. Где вы здесь? Вот здесь были, вот здесь были. Не знаю. Ну, может быть, они хоть сколько-то нанесут ей урон. Хоть какой-то. И, может быть, как-то на себя будут отвлекать. Либо пока я там буду что-то бегать. Давайте. А, сейчас они спят. Их не прикормишь, да? Так, вот здесь они есть. Они везде здесь, их дофига. Сейчас проснутся, побегу и всех буду собирать. За собой тащить. Я надеюсь, мне камней хватит. Тут вы есть, нет? Мне главное их до туда дотащить и закрыть их там. Чтобы они оттуда не ушли. Хотя, может, они и так тупые, они застрянут где-нибудь там, будут стоять. Так, свет. Заправляем, не забываем. Все, по-моему, здесь больше нету. Да? Да, все, пошли к ним. Сейчас проснутся, сразу их будем забирать. Слушай, ну давайте просыпайтесь уже. Почему они спят? Когда они просыпаются? Ну ты еще орешь. А ты будешь это есть? О! Аллилуйя! Хотя бы он это ест. Это уже радует. Так. То есть вот, пошли собирать.
шум какой-то. Не, когда муравьиный лев скидывает, по-моему, шум довольно-таки сильнее. Да, шум сильнее должен быть. Не, давайте пока... Долбанем. Ко мне, я боюсь, мне не хватит. Они должны же проснуться, они просыпались, я когда заходил. Просто, возможно, ночью они пока спят. Или они днем спят. Я вот не помню, они в какое время-то они спят. Они должны тут проснуться. Порядка 20 штук тут точно есть. Просто день летом долгий. Они довольно-таки долго. Черт, они же заснут у меня, пока я буду их тащить туда. Короче, не знаю, посмотрим. Так. Я думаю, хватит камня. Черт, просыпайтесь, ребята. Я к вам пришел. Сам прикол будет, если они здесь не просыпаются в этой темноте. Да нет, они должны просыпаться. Просыпайтесь! Ну чё? Чё за фигня? Это от них, наверное, шум. Я просто какой-то звук, как муравьиный лев, когда на поверхности. Я тут уже сейчас с голоду умру, пока вы проснетесь. Нормально, ничего не истек, все окей. А что эти тут вообще будет перелистываться или нет? Блин, ну что за засада? Я заходил уже, они ж тут нормально. Или им нужно, чтобы свет включился? Это как раз период кошмаров, чтобы закончился. Начался. Что за подстава? Тут нету. Фух, если так, то это плохо. О, пошли, 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 проснулись. А не день, значит. Так. 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 Они, правда, очень медленно двигаются, но они, по-моему, тоже телепортируются, как и все остальные, кого мы приручаем. Все, погнали. Так. Тут по пути их еще полно будет. Черт, столько времени ждал. Собираем, собираем. Правда, я не знаю. Вариант, чем больше, тем лучше вообще тут сработает, нет. Вот тут еще где-то были. Они вообще за мной идут, нет? Эти черти. Да, вон ползут. Главное, чтобы они сейчас у меня опять не уснули тут. Погнали, погнали, погнали. Мне куда? Мне вот сюда вот. Я надеюсь, они телепортируются. Очень сильно надеюсь. Вон, вон, телепортируются. Этого здесь не было же. Вон, 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 видите? Видите? Вон, 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 наверху они. Главное отбежать. Это все так телепортируются, если далеко отбегаешь. Ну, я думаю, хватит.
такого количества мне. Вполне хватит. Так, все, замуровываем нафиг их. Только нужно ждать будет сейчас, когда они отучатся, иначе они опять телепортируются за мной. Могут они так пройти? Не-а. Не, не могут. Ну и отлично, не нужно никаких дверей. Сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. Ну, где-то, ну, штук 25, я так понимаю. Так, выпустите. Вот сюда вот их нужно. Они здесь забагаются и будут сидеть. Где-то здесь. Давайте проверим, они порох едят, нет. Но одна, один порох-то мне не жалко. Мы проверим, чтобы узнать. Вроде нет. Крабы, вы жрете порох, нет? Ну, по идее, камень я вот могу дать, а порох дать не могу. Ну, хоть это радует. Так, ну все, теперь задача подождать, когда они от меня отвяжутся. А, жаба, ждешь? Когда я тебя убью. Или ты меня убьешь. Черт. Мне сейчас нужно, чтобы они от меня отстали. Поэтому придется подождать. Ну что, давайте это как. Вон уже отвязались уже некоторые. Куда, кстати, они ломятся? Давайте посмотрим, в какую сторону они бегут. А, они вообще пытаются уйти, да? Ну и нормально. Потом как раз приручим их и набросим. Осталось вот пару штук. Один. Один прирученный, наверное, остался. Все, отучились все. Один остался. Все, все. Тоже ушел. Покинули меня. Эх, я вас кормил. Все, они теперь сами по себе бегают. Правильно же? Ты за мной идешь или просто так гуляешь? Пойму. Ну, если два, это вообще не страшно. Пофигу на них. И так их дофига. Они мне вот так вот встанут, и я не смогу даже их это как пройти мимо них. Так, ну что, моя задача теперь пробежать вот до сюда. И потом пробраться вот сюда. В принципе, это не так сложно. Мне вот оббежать макак главное, а дальше. Ну, тут, может, где-то механизмы есть, чтобы накрафтить, хоть что-то накрафтить. Все, тогда я-то, наверное, побегу туда. Стеночка мне не нужна. Это что такое? Стенка мне... Хач, где? Застрял? Не все застряли. Беги! Так, сейчас мы сделаем вот так вот. Черт. Мне не нужно, чтобы хач застревал. Хач.
Он в них застревает. Ё-моё! Слушайте, вы крабы, блин! Идите вон и кушайте. О, ушли. Хач, ну какой ты тупой, блин. Тебе обязательно в них нужно упереться, что ли? Чё, как, почему он прыгает так? Фак, начинается. Крабы, идите сюда, жрите. Жрите. Отойдите от ворот. Крабы. Долбаные лобстеры. Отойдите от ворот. Вы мешаете проходу. Фак. О, беги быстрее. Беги, беги, беги. Блин, застрял, хачай. Так, давайте я до тут добегу и продолжим. Так, я примерно добрался уже до руин. Потихоньку собираю. Ой. Собираю. Ну, ягодки собираю, плюс собираю еще. Так, драться я все равно не собираюсь. Вот этот, как его... А мне сюда не нужно. А может и можно обо... Черт, куда-то не туда я зашел. Я так пройду? Я так не пройду. Собираю, как он, лишайник, потому что мне нужно... Че за шум такой? Муравьиный лев скинул. Камушки только что скидывал. Вот, но это пофигу на него. Чё за шум? А, период кошмаров начинается. Собираю лишайник, потому что жрать уже нечего. У меня уже портится. О, сейчас макаки, главное, чтобы меня не трогали. Меня, кстати, писали в комментариях, говорят, закрой макак домики их. Какие домики, ё-моё? Я вообще к ним не хочу подходить, они что-нибудь стыбрить могут. Вот сюда мне. Они могут что-нибудь стырить. Не знаю, на какую броню сделаю, там вообще насколько у меня всего хватит. У меня и камней маловато, и... Посох призывателя звезд хочу сделать. Может быть, сделаем посох призывателя лун. Может быть. Не факт, что сделаем. Возможно, сделаем. Так, а ленивый собиратель. По-моему, вот этот камушек нужен. Вот его бы взять. Мне нужно турицитовую броню сделать. И там топливо ужаса нужно. У меня топлива ужаса мало. А тут его... Вот когда в царстве гигантов... Проще его собирать. Намного проще его собирать. В период кошмаров заходишь в руины... Потом период кошмаров проходит, и они разрушаются. Все кошмары, которые за тобой бегали. То есть топливо ужаса можно вообще стаками там вытаскивать. Обходным путем идем, чтобы никто меня не трогал. Ну, немножко турицита вот можно наковырять тут, наверное, где-то. Тут же никто не возродился, правильно? А, рок у меня тут так лежит. А, у меня этого мало совсем, да, турицита. Давайте глянем, что нам вообще нам нужно. Четыре топлива. Так. На все это нужно топливо. О. Фак, я не знаю. О, не, я не справлюсь.
Или справлюсь. Трульцит я добуду, а то плюшься, я где добуду. Вот тут на этом перекресточке как раз можно несколько штучек и затюкать. Давайте будем бить. Так. Ай, не, по одному разу. Ай, черт. Не-не-не-не-не, так нельзя. Слушай, а ты этих убиваешь, нет? Нет, он их не бьет. Черт. Зато он этого бьет. Моего Патча бьет. Он его убил. Ой, сейчас, да и меня сейчас убьют. Ну ладно, Хатча. Рыбка сдохла у Хатча. Вот это лучше одеть. О, кстати, тут можно. Хатч сейчас вернется через пару дней. Вот, тут сейчас тули статуи можно поломать. Вот этих можно подразнить, пускай они поломают тут все. А в кого он стреляет? О, он в него стреляет, прикольно. Да, конечно, топливо уж, чтобы набить бы. Черт, как только я его набью. Ай! Фак! Набил. Черт, набил, а? Не страшно, сейчас. Сейчас возродимся. Да. Вау! Вау! Фак, я ж так могу сейчас и остаться здесь. Ай! Черт, я ничего не вижу. Мне фонарик нужно схватить. Фак. Где лечилки? Ой, черт. Ой, черт. Подожди, как не могу возродиться? А у меня же чучело есть наверху. У меня чучело наверху. Пугало. Подожди, как? Вы шутите? Оно не работает, если наверху? Ну, по идее, да, два сервера... Взорвал, блин, поганку. Черт, я... Блин. Че сюда полез? Мог бы спокойно постоять, бы спокойно в сторонке я. Так, подожди. Ну, я, наверное, не успею. Черт, я ничего не вижу еще. Как ты тут застрял? Тут пройти же можно. Так, амулет. Амулет у меня только около базы. Вот как можно проиграть, в принципе. Если не взять с собой... Если не поставить мясные чучела в подземелье. Их обязательно нужно ставить. У меня одно было. Как раз я возродился как-то. А потом уже не делал. Фак. Ну, ну, блин, это как... Ну, вот так вот. Ну, короче... На этом данное прохождение заканчивается. Ну и ладно, все равно я хотел заканчивать. Уже немножко поднадоело, что одно и то же делаешь. Хотя там боссов еще много не посмотрели. Но зато будет обновление, будет огромное количество модов. Будут мега боссы. Будут новые боссы с помощью модов. Офигенные. Будет еще очень много прикольного всякого.
Ну, возьмем уже не Максвелла, а кого-то помощнее, потому что будут мега-боссы. А мега-боссы это жесть. Их будет... у них в 10 тысяч раз больше здоровья, чем у, это, как у обычных. Но мега-боссы будут именно циклополень, медведь-барсук, утка-лось. Вот у этих боссов будет в 10 тысяч... в 10 раз больше жизней, и они будут сильнее, удары дальше, что-то в этом роде. Ну, на этом серию заканчиваю. Кому понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто не подписан, заходите в группу ВКонтакте. Все, продолжим уже в следующем сезоне с мега-боссами, с мега-модами. Все, всем пока-пока.